если житель не бросит в контейнер батарейку, то, соответственно, это очень опасный предмет. То есть при попадании, допустим, одной батарейки на почву, он загрязняет порядка 20 квадратных метров почвы. Причем не только почву, в том числе при попадании, скажем, осадков, загрязняется вот вредными солями и прочими составляющими этой батарейки до 400 кубометров воды. Это, если так посмотреть, ну, средняя семья использует порядка 20-30 кубических метров воды в месяц. То есть, а это всего лишь одна батарейка. Поэтому бережливое отношение к окружающей среде все-таки позволяет надеяться на то, что будущее действительно будет прекрасным, действительно будет возможность заниматься какими-то серьезными технологиями, а не только заниматься борьбой с отходами.